Френдеран, с вами Ариран, мультиреакция, смотрим с вами новинки кей-поп, и не только кей-поп, а также читаю ваши сообщения, которые вы мне присылаете по донатику. Заявочка у нас первая сегодня, уже практически традиция, от Валюши Калиевой. А сейчас донатик для тех, кто любит музыку потяжелее. Не знаю, зайдет ли кому, клип будет простой и гранжевый. Наверное, гранжевый, гранж все-таки. Хорошо, это у нас Ту-Зи или Ту-Джи на корейском. Ту-Джи здесь, вот так-то написала. Хорошо. Композиция будет называться у нас 2020 March. Я вот так по-русски прочитаю, можно? Пожалею вас в этот раз своим недостаточно хорошим английским. Хорошо, вот так будет. И композиция у нас вышла 27 мая. Тут не так много просмотров. Может, не официальный? Да нет, официальный. Ну хорошо, хорошо, давайте посмотрим. Раз, два. Ух ты, лети какой. А, еще тут у нас бребены. Слушайте, ну классно, барабанщика поставили, так прикольно, он такой деловой. А, ну мне уже нравятся басы здесь. Так, что я хотела сказать? А, его уже все, барабанщика посадили, но он, мне кажется, прям шпарит от всей души. Я обычно жалуюсь, что мне не хватает... Классно, был такой брынь. Я всегда жалуюсь, что не хватает внимания барабанщикам. А тут они решили прям в начале такие, на тебе барабанщика. Ой, прикольный прикид, мне нравится. Все, пацаны понеслись. О, кому там нужны эти очки? Гляньте, они там дуркуют. Тут почему-то не сбалансированы между собой по цветовой гамме. Нет, я понимаю, что они не обязаны быть в одной тоновой стилистике. Это ж неожиданный какой момент в песне. Это у нас разгон или это уже припев? Чё, сейчас разберемся. Но тут не сбалансирован видеоряд. Снимался на разную технику и не выставлен свет. Ну, типа баланс. Короче, ладно, тут у нас не рок, у нас тут хип-хоп, если чё, вдруг. Ну, окей, хорошо. Такой в кадр, вырвался. Так, вот это припев, по всей видимости. Так, ух ты, блин, ты зачем в нас только что пульнул? Не, ну знаете, они такие ходят, вообще такие типа хипые, а это же даже немножко как-то смешно. Но то, что здесь еще такой, такого дурашества достаточно, оно нормально. То есть этот напыщенный свэк, окей, хорошо. Ладно. Так, ну мне кажется, пока что лично для меня из всех мальчишек, естественно всего, в роли в это барабанщик, у которого там вообще, гляньте, все. И соло-гитара, наверное, да, вот это же соло-гитара. Но они все тут прикольные. Класс, я люблю такие, такое настроение люблю. Не, а солист в этой всей компании, знаете, вот он в белом костюме, выглядит так, как будто бы пацаны такие собрались, лобанят, и он такой идет в библиотеку, такой, а давайте песенку спою. Такой, ну, чуть-чуть выбивается. Класс, ой, такие прикольные были, такие лапшки, такие милые. Короче, гранжа там было только на этой самой, на заправке. И локация там что-то где-то на фоне стены и что-то еще там немножечко. Том, я не поняла, почему вообще как будто бы из разных клипов куски вырезали, одежда одна и та же. Но в целом мне понравилось, правда, я люблю такие темы. Я уже не раз говорила, что они меня погружают в какую-то атмосферу беззаботности и молодости. И, ну, при том, что я так-то вообще, в принципе, молода-то еще. Ну, наверное, именно туда, ближе к юности, к подростковым годам, когда ты, возможно, уже студент, а, возможно, ты был студентом вчера, а сегодня уже нет, поперли. Но знаете, когда ты отдыхаешь и просто проводишь время с друзьями и наслаждаешься
моментам, которые вот сейчас происходят, без какой-то заботы на будущее или еще что-то. Я не знаю, про что тут была песенка, честно говоря, у меня даже ни одной мысли приблизительно нет. Но мне понравилась и музичка, меня только смутила партия рэпчик там где, но ему надо было, видно, как-то поучаствовать, поэтому он зачитал, но я бы поработала еще ему немножечко над хип-хопчиком, если он, конечно же, себя позиционирует как рэпер. Вот. Музюк вот прям, правда, прикольный был. Я бы, наверное, по такую музыку где-нибудь у кого-нибудь дома с друзьями в хорошем настроении поплясала бы немножечко. Ну как поплясала бы? Сидя на стуле, например, покачивая головой. Хотя бы так. Ну, короче, пацаны прикольные, правда? Валюш, спасибо большое. Так, у нас снова доктор к нам с заявочкой. Ты пишешь. Доктор Айболит, если что, вот да. Привет, Аречка. Приветик. Вот и подкатили. Ва. Подкатило новое видео. Во. Вот и подкатило новое видео от Stray Kids. Называется оно Your Eyes. Твои глаза. Вот. Очень для Stray. Очень для Stray. Вот так. Я не в той интонации прочла. Милая и домашняя. Люблю ребят. Посмотрим. Посмотрим. Но, доктор. Вот еще компания собралась тут. Нел, заявочка тоже от тебя пришла на эту композицию. Ари, привет, приветик. Мира и добра, спасибо большое. Уютный клип на японский релиз Stray Kids. Феликс и Чонин засмучали, боже. Ну да, эти два ребятки, я уже вам говорила. Что-то, ну, Феликс это всегда вообще one love, можно так сказать. Но получается, что нет. Потому что малышок, вот он очень все последнее время для меня обаятельнее и обаятельнее становится. Я надеюсь, что мне не придется вычикивать из этой реакции японский релиз, а так часто бывает. Но если что, видео дублируется в ВК, а если они еще и блочатся каким-то макаром на ютубчике, то я стараюсь залить еще в Телеграм тоже, чтобы все могли поглядеть. Ну что, включаю? Давайте. Так, Your Eyes. Нужно сербануть остатки своего кофе. Ой, какой миленький, боже ты мой! Ну все, сразу захотелось себе такого миленького, например, бойфренда завести. Ну, типа, я не знаю, это прям так... О, банчандратути. Короче, да, у нас такая, типа, прям бытовуха, да, получилась? Там умывашки. Ну да, хотите сказать, что я прям так и поверила, что у вас будни вот именно так и проходят. Сидят, значит, такие красавцы при марафете, у кого-то даже смоки айс пишут музыку. И ходят такие, как будто бы солнце только для них светит. Ну да, это правда для Stray. Ла-ла, ну сейчас будет кофейком. Я уже? Давай пить. А, все, да. Я поторопилась, ребят, все равно. Ты что? Книги он читает, значит. Там одни картинки. Ла-ла-ла. Привет, мы ваш. Че, мы будем в белой рубашке посуду мыть? А, готовь панкейки. Окей. Я уже, правда, позавтракала, но я не могу. Тут я не пойму, кто слаще, у тебя панкейки или сам Феликс. Оператор там, наверное, сидит слюнями, обливается. А это типа он вот так делает. Прекращайте. А, это было просто... Я не буду говорить, как... Ой, фух. Так, подождите, у нас тут дитё вешает. А чё, правда, так мило? Ой, класс. Я поняла, о чём речь, засмущали. Да-да-да-да-да. Ой, да тут ещё за обнимашка ли. Чанбин. Крут. Это у нас вечер настал. Что-то мы чуть-чуть горим. Такой, да ладно, так нормально. А что мы пьем? Лимонад же, да? Нет? Ну,
Ну, прикольно, да, что всем мальчишкам сделали разные истории. И действительно, смотришь, не устаешь весь клип. Ну, в плане, как вообще от них можно устать. Но я в том смысле, что все время что-то новенькое у нас. Щелбанов нам пускают, я не понимаю. А, это все, типа, Щелбан пустил, потом почмокал. Так, у нас это пижамная вечеринка здесь, я поняла. Бьюти-салон. Все-таки, мне кажется, да, он... вот он прям очень старается, чтобы проявлять эмоции. Не самый эмоциональный мальчик заснул. Такой красивенький, такой красивенький. Но даже в его этой сдержанности, да, есть такое определенное очарование. А, песня. Я опять забыла про песню говорить что-либо. Ой, включилась у меня. Песня соответствует видеоряду. Хорошо, все было так сладко, так не видно. Но это прям сказочка. Мне кажется, в реальной жизни так не всегда бывает. Хотела сказать, так никогда. Не, ну бывает, конечно. Но это прям романтик-романтик. Это то, что заставляет... девочек юных, ну, если хотите, еще мальчиков тоже, думать, что любовь это только так, а потом приходит разочарование, и я не к тому, что я, типа, пессимист, ну, действительно, это так сладко, это вот прям аж просто сейчас, я не знаю, слипнется где-то, наверное, а хорошо, сейчас выберу с кем из ребят, значит, этот, мне очень понравился с Хёнджином в начале, это было как-то так, а вы знаете, это, наверное, даже не такой тип свидания, это с утра до вечера вместе со Stray Kids у нас разные были, да, и там вечером у нас был ужин, и мы с Патоньки легли, утром зубки почистили, прикольно, прикольно, что Хёнджин, у него есть такое прям колкое, едкое, бьющее в сердечко очарование в разных его ипостасях, где он crazy, где он прям такой боец за справедливость, хотела сказать, но нет, мне всплывает в голове выступление на мама. Хорошо, пусть будет так, где он на мечах сражался. И где он вот такой трогательный, миленький, действительно, это не слишком отличается, например, от влогов, которые он публиковал. Приблизительно то же самое, но здесь еще контрастом добавили, да, такие яркие красные губы, выразительные глаза. Все такие, он утром чистит зубы, но уже такой весь расчесанный, приморфеченный немножечко. Вот, короче, он такой обаяшка. Да, и самые смущающие моментики реально были с Феликсом и с младшеньким. Вот, Да ё-моё! Короче, ладно. И это самое, чего? Там, где Феликс делал вот это, знаете, когда ты уже такой не знаешь, ты уже смутился или помер, что в этот момент произошло. И плюс ко всему, там, где накидывает мелкий, как оно там называется, покрывало, все слова растеряла. И там, при том, что у него была стеснительность на протяжении его сюжета, он как будто бы раз и меняется. И уже какой-то даже не такой-то сильный стеснительный. И вот это прям фишечка ребенка этого, я уже не раз говорила, Айэн его звать, он-то. Хорошо, прям... Я надеюсь, что не заблочат на ютубе, я не буду с ютуба вырезать, потому что класс, я такое эстетическое удовольствие получила, ребятушки, спасибо большое за заявочку, и у нас еще есть, вот Светлана, ты пишешь, Виктан, в роли грабителей, вот так, клип вышел уж очень темным, нам как раз сейчас на контрасте самое оно, иногда ребят вообще невозможно было разглядеть. Но образы ребят хороши, все бы такие грабители красивыми были, вот так. И у нас там смайлик ржущий. Ну, при том, что я не сильно по отдельности как бы там мемберов знаю, поэтому я, наверное, не сильно расстроюсь, что их нельзя разглядеть. Но хорошо, что было предупреждение, потому что я могу это, типа, как его, да, в процессе просмотра жаловаться, если меня не предупредить. Кстати, хотела сказать за смайлики там, вот у меня не отображаются. Без понятия, что там. Прям аж интересно стало. Хорошо. И также у нас на эту композицию заявочка пришла еще от Натальи Дел. Не знаю, как правильно. Очень извиняюсь, если произнесла как-то коряво. Аречка, здравствуй. Приветик. Ребята, Виктон выпустили клип. Похоже, плохие парни снова в тренде.
цвета не всегда были там, наверное. По крайней мере, в моих трендах личных очень люблю. Всего самого хорошего, всем мой любимый шмайличек. Что там у нас? Stupid o'clock называется. Мне кажется, я опять где-то некрасиво на английском сказала. Но я знаю, что вы меня уже не раз прощали. Надеюсь, на этот раз тоже простите, если что-то не так. Ребята, давайте посмотрим. Тема новая на YouTube появилась, вы заметили? Вот это, типа, это как его, пики звуковые. А что у нас уже? Все тут это полным ходом мигает. Класс, я люблю, когда вот так под какие-нибудь звуки переключаются кадры. О, мне уже песня нравится. Все, в плейлист. Такая 2 секунды музыки. О, да, правда, темненько, но пока нормальненько. Я поняла, я сейчас вот это буду помирать от их взглядов. Так, он сбежал. Подожди, ты кого там застрелил-то? Ты что делаешь? Все, я потеряла все остальные последующие кадры из-за вот этого первого. Впечатляет сильно. Ой, гусь такой. Ай, какая песня прикольная. Да, я вижу там руки эти на фоне. Он тоже прикольный, такой нежненький. Что-то страдает, мучается. Вот это рукава короткие. Все, ну какая песня прикольная. О, да, вообще другой образ. Так, хорошо. У нас какие-то фокусы-покусы. Ух ты, блин. О, вот это плохие парни в деле. А что такие хорошенькие-то? Хорошенькие плохие парни. Чё? Немножечко стервозности, почему нет? Ага. Класс, мне нравится манера его чики. Чё-то мне Юнгишка вспомнился, вдруг у Юнгишки бывает похожая вот такая манера. А чё, кого тут там, в кого мы там стреляем? Парень, слушайте, не так не халясо. Ну скажи, ну да, я ж плохой парень. О-о-о! Идёт такой красавчик, он с таким напором. Так, они пытаются статую украсть. О, у нас тут будут еще вот это танцы, типа, да, классно, я не против. Ну, блин, опять вот такая вроде как, типа, просто вакация, но это так прикольно снято. Они так клево двигаются и тыш-тыш-тыш бедрышками. Мне нравится! Вот там, типа, нельзя разглядеть, наверное, да? Ну да, они там все сбегают. Пустили какой-то этот его слезоточивый газ. Возможно, предположительно. Так, короче, так напускали, что сами теперь ничего не видят с этими фонарями. А что? Что? Мне кажется, я что-то в истории упустила. Мне кажется, не? А, они это расстроились. Там идет вся тусня где-то вот в музее, значит. А кого-то, а кто-то не... Не, вот собрались все вместе. Хотела сказать, кого-то не пустили. Не, они просто опаздывают. Или это они уже сбегают? Ребята, какой интересный клип. Я просто впечатлена сюжетом и пытаюсь в нем разобраться. Аня, теперь у нас это муки страдания вдруг начались. С чего? А кто вам там свечи понаставил? Так красиво. Устелили дорожку, бегут, значит, пацаны на дело или с дела незаметные по дорожке из свечей. Ок. Ну, столько красиво было, да? Угу. А что ты плачешь? А что там у тебя вот это, часики? Че, опоздал? Да, мне кажется, что-то произошло. Вам тоже показалось? Мне так точно. Ребята, блин, короче, мне понравилась песня. А, и она такая прикольная по звучанию во многих моментах. И вроде там даже в ней игривость присутствует. А вот эта драма в клипе, ну все так хорошо получилось. Что-то они вроде бы хотели, но у них не вышло. Я так и не видела, чтобы они вот ту статую с собой вытянули. Они за ней туда вообще приходили? Или, может быть, они хотели просто на нее посмотреть? Вот в чем дело. Но поскольку напустили туда дыма, значит, фонарь даже не спас. Я не знаю. Ладно, если без шуток, напишите мне, пожалуйста. Там же все серьезно было. Что там было? То я так стебусь. Хорошки такие были. Вы заметили, что они все в разных образах? Вообще прям в разных. Ну, типа, как будто их из разных клипов всех собрали. А, мне еще понравился, знаете, какой момент? Там, где страдал в комнате. Постель там была, вот, да. Ну, не потому, что там постель. Я люблю, конечно, поспать, но там это было как-то так. Я даже не знаю, как. Просто мне понравилось. Хорошо, и чё? Вот это, значит, с пистолетом. Чё, не надо так, это плохо. Я не одобряю. Вот, наручники, кто там его приковал? Еще и кинули, ушли.
нельзя тоже вот это надо так не делать. Но он сбежал, нормально, все, видимо, так знали. Может, ему ключ оставить, а может, он сам себя, кто знает. Я не знаю, может быть и так. И момент танцевальный мне тоже понравился. Маловато было танцев, но тут была история. Некуда было танцы вставлять. Но то, что вставили, я довольна. Боже, неужели это опять на сегодня последний клип? Че? Ну ничего, я думаю, что у нас будут еще с вами новые какие-то работы, которые мы с вами обязательно посмотрим в ближайшее время. А ребятам, которые прислали заявочки, и вот такую подборку нам замечательно собрали. Спасибо вам огромнейшее. И, конечно же, как обычно, я жду ваши отзывы в комментариях. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ариран. Люблю вас, целую.